Ну, чем дальше мы углубляемся в этот замечательный парк, пейзажи все круче и круче. Ё-моё. Красотень. Вау. Тишина стоит вообще. Первозданная. Так, изредка какие-то машинки проедутся. Легкий ветерок. Наверное, здесь когда-то была вода на этом месте. Ну, конечно же, Катя. Катя в Америке. Часть 125. Ну, Катя, ничего не страшно, все кайф. Да, Катюша, здорово? Опять в каньон. Какой каньон такой, представляешь, Катя? Смотри, видишь, там какой-то хрень, видишь, выгрызан, да, такой, да? Прям кого-то грызли там что-то. Так, по-моему, воды там дальше нет. Это будет порода. Нет, дайте отсюда. Катюша, ты не знаешь, что за ручку не надо держаться. Дай на эту штуку сфоткаемся. Давай, хорошо. Снимай. Снимай. Фоткай, скажи, нас. А где фотик-то, Сара? Меня тоже? Катюшка. Ой. Катя, иди сюда, сядь. Мама, это подумал, типа, иди сюда тоже, да, называется. Сейчас кто-нибудь придет, попросим нас фотографировать всех вместе. На фоне этой красоты. Давай я тебя сфоткаю. Мне как-то не подходи, набери ее. Катюша, подожди секундочку. Дайте мне самой. Держи ее. Мне страшно подходить. Он ничего не боится. Страшный ребенок.